Да, микропроцессор Core 6-го поколения, совершенно классная, ударная, прорывная технология от Intel. Почему? Прежде всего, потому что производительность микропроцессора, как целочисленной, так и графической части, несколько раз выше, чем производительность предыдущих поколений. Что это значит? Это значит, что геймеры – наша самая любимая аудитория. Они получат очень классное ощущение от игр. Почему? Потому что качество игры совершенно другое. Более тонкая прорисовка деталей, качественная графика, больше динамики, меньше задержек. То есть это скорость, скорость и скорость. И здесь, кстати говоря, на стенде Asus мы видим один из компьютеров, выполненный по этой технологии, на материнской плате Asus. Можно попробовать, посмотреть, какие ощущения он дает. В первую очередь для геймеров 6-е поколение серия K – это процессоры, которые можно разгонять. То есть, конечно, там человек берет на себя риск, насколько сильно он может разогнать свой процессор. Но скорость можно получить совершенно астрономическую. И поэтому мы, да, рекомендуем этот процессор для геймеров. Но здесь у нас есть на соседнем стенде, на компании Ulmer, еще одна классная технология, которую, возможно, вы слышали. Называется 3D Sense. Real Sense, извините. Это 3D-технология, камера, которая встраивается либо в компьютер, либо закрепляется снаружи и позволяет человеку взаимодействовать с компьютером с помощью жестов, как вот мы с вами взаимодействуем с жестами, точно так же пользователи взаимодействуют с компьютером. Игры, деловые приложения рекомендую посмотреть. Совершенно обалденная новая технология. То есть это действительно самое очень высокое быстродействие, естественная форма взаимодействия человека и компьютера. Ну и здесь еще на самом деле на выставке можно посмотреть еще один аспект нашей деятельности, связанный с помощью в оптимизации игр. Если вы подойдете на стенд Wargaming, самый большой стенд здесь на Игромире, и попросите их показать планшеты на Андроиде. Те планшеты, которые выполнены, играет Wargaming, игра называется «Мир танков Blitz». На Intel'е Android работает, игра на Android работает гораздо быстрее, чем у других производителей. Почему? Потому что она оптимизирована под Intel, и получается качество графики совершенно классное.